И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Понимаете, далеко не все телодвижения, которые совершает женщина, сводятся к получению денег. Например, мелкая моторика женщину успокаивает. Те, кто когда-нибудь жил с женщиной, наверняка замечали, что когда женщина занимается уборкой, она убирает не там, где грязно, она просто трет в одном месте. То есть женщина занимается уборкой не для того, чтобы стало чище, а потому что вот эти монотонные движения туда-сюда ее успокаивают. Кстати, мне как-то в интернете попадалось мнение, что женщины стали такими стервозными после того, как мужчины создали стиральные машинки. Если раньше баба выплескивала весь свой негатив, пока терла белье на речке, то с появлением стиральных машинок она этой возможности лишила, а поэтому стала выплескивать свой негатив на мужчину. То есть, по большому счету, все это женское рукоделие абсолютно бесполезно, и его, кроме таких женщин, никто не покупает. Но, тем не менее, оно позволяет бабе чем-то себя занять.